Так, осталось совсем чуть-чуть. Всем привет, друзья. Сегодня я иду в дом своего прадеда. Этот дом достался мне по наследству после его смерти. Осталось совсем чуть-чуть. Так, а вот его дом. Цветы какие-то. Как тут много паутины. Ничего, уберем. Так, кровать здесь есть. Это хорошо. Так, второй этаж еще. А тут у нас сундуки. Еда есть, значит, с голода не умру. Книга какая-то. Так, инструменты. Надо бы взять их и поубираться дома. Так, это что? Стоп. Потайный ход. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что там хранил мой прадед. Паутина и сундуки. Так, что у нас тут? Много вещей. Палатки и костер. Ладно. Надо пролечь отдохнуть, а то устал уже. Завтра день будет. Пойду схожу к знакомому моего прадеда. Спрошу, узнаю, что там как. Здравствуйте, а вы не знаете что-нибудь про моего прадеда? Он погиб на охоте. На охоте? Он один пошел на охоту на оборотней. На оборотней? Да. Он еще дневник писал. Пойди, сходи домой, посмотри, поищи. Хорошо. До свидания. Так, значит, у него есть какой-то дневник. Надо поискать. Нашел. И что же там такого? Я давно заметил, что в деревне начали пропадать куры, овцы, коровы. Все думают, лисы или волки, ведь лес рядом. Но я так не думаю. Я понял, что я не один такой. Я собрал группу охотников. Идем в лес. Мы были правы. Это все ликантропия. Они все еще остались живых, но как? Оказалось, что была пещера, где они оставались все прошлые года. Но сейчас они вышли на охоту. Сегодня иду на охоту один. Эти оборотни боятся серебра. Возьму пару серебряных пуль. Меня напали. Целая стая. Я еле отбился. Но меня укусили. Есть шанс, что я стану таким же, как они. Мне становится все хуже и хуже. Значит, я все-таки зара... И на этом все обрывается. А вдруг это правда?
Ладно. Здесь еще остались боеприпасы, костюмы и серебро. Дождусь вечера и пойду в лес. Проверю, правда это или нет. Ну что, уже стемнело. Я собрался и уже готов идти. Страшно как-то. Никого нет. Ни одного следа оборотня. Может, их вообще не существует. Ладно, давайте походим еще, посмотрим. Так. Здесь кто-то ночевал. Возможно, это охотники. И мой прадед в том числе. Пошлите дальше. Вообще никого нет. Ладно, идем домой. Вы слышали это? Боже мой, это оборотень! Быстро убегаем, убегаем! Ребят, оказывается, не существует. О, как я испугался. Давайте быстрее идти домой, пока другие не пришли. Ну что, ребят, значит, это правда. Все. Убью всех этих оборотней. Ставьте лайк, ребята, и скоро я пойду искать их логово и истреблю всех их. С вами был Ларквуд. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.